Доброго дня всем! 11 октября текущего 2020 года состоятся выборы в Сейм, либо парламент Литовской Республики. Многие граждане, которые еще не определились, за кого голосовать или не голосовать, наверное, размышляют об этом. Осмелюсь предложить свое собственное видение, за кого стоит голосовать, а за кого нет. При этом надо учитывать три критерия. Во-первых, конечно, партийную программу, предложения. Во-вторых, персоналии, личности. И в-третьих, но самое первое, на мой взгляд, по важности, это отношение партии или кандидата к правоохранительной системе, к судам, к прокуратуре и к секретным службам, что самое главное. Потому что, по моему убеждению, и это видно из представляемых мной материалов на моем канале Filming of Agents, секретные службы – это главные хозяева не только в Литве, кстати, но и в любой стране. И действуют они антиконституционно. Но сначала я бы хотел перечислить те партии, за которые вообще не надо голосовать. На мой взгляд, это партии чрезмерно национального, националистического даже направления. А именно, вот, например, Lietuvos Liaudies партия, народная партия, она предлагает принять закон о выходе из Европейского Союза. Ну, формально, конечно, можно иметь такой закон, но очевидно, что она будет и добиваться этого выхода. Далее, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, Союз Отечества, литовские христианские демократы. Тут особенно комментировать нечего. Могу только добавить, что одним из главных деятелей этой партии является секретный агент полиции или госбезопасности, скорее всего, госбезопасности, Аудрис Ажубалис. Он первый министр был иностранных дел после восстановления независимости. Об этом имеется в моей книге на литовском языке. Он находится в списке известных мне агентов в этой книге, а адрес этой книги имеется в стандартном описании под каждым из моих видео на канале Filming of Agents. Далее, центропартия, партия центристская, но добавлена таутенинкой, то есть националисты. Это Наглис Путейкис, Криступас Кривицкас и другие. Далее, национальный сусивениемас. Это Витотас Радживилас, Витотас Синица и 70-м номером, правда, довольно далеко, это Станиславас Бушкевичус. Это бывший лидер неонацистской партии «Молодая Литва», «Юной Литва». Он является агентом, тоже агентом полиции, либо, опять-таки, скорее всего, госбезопасности. Об этом тоже имеется в моей книге, он тоже имеется в списке. Список известных мне агентов имеется на моей странице в Фейсбуке. Карту Солидарума Сайонга, Союз Единства Поколений, Санталка Лиетувай. Это Арвидас Юзайтис, главный деятель. По моему мнению, как Радживилас, так и Арвидас Юзайтис, это так называемые вязаные береты, только мужского пола и без Ландсбергиса. И, наконец, Крикщоню Сайонга, лидер Римантас Йонас Дагис. Этот человек до 2000 года был Ландсбергисом заслан в социал-демократическую партию, чтобы ее подрывать изнутри, а потом он из нее вышел. А вот насчет других партий можно уже поговорить более серьезно. Но начать тут следует с секретных служб. Как известно, 4 апреля Сейм, то есть парламент Литвы, подтвердил на второй срок кандидатуру директора департамента госбезопасности Дариуса Явнишкиса. Однако нашлись 4 человека, которые голосовали против. Это Петрас Гражулис, Повилас Урпчис, Витутас Бакас и Миндаугас Пуйдокас. Моя тактика разоблачения антиконституционной деятельности секретных служб заключается в том, что я время от времени пишу обращения либо к членам парламента, либо просто к каким-то, на мой взгляд, достойным людям и тем, кто по своим обязанностям служебным должен защищать права человека и защищать Конституцию. Поэтому я написал довольно общий текст, но разослал отдельно каждому из этих людей. Текст примерно заключается в следующем. Вы голосовали против назначения Дариуса Явнишкиса на второй срок директором Департамента госбезопасности.
из всего моего представляемого довольно обширного материала на моем канале в YouTube и на моей странице в Фейсбуке видно, что незаконная антиконституционная деятельность секретных служб по профилактическому и тотальному слежению за гражданами и по терроризированию некоторых из них приобрела такой размах, о котором ни общество, ни члены Сейма не знают, а члены Сейма и не осмеливаются знать. Необходимо, пишу я, последовательная и неустанная чистка всех секретных служб и их реформирование. Этим четырем людям я пишу, не желаете ли вы со своими единомышленниками заняться этой проблемой? Я хотел бы принять очень активное участие. Это же предложение я высылаю и другим двум членам. Я пишу каждому в отдельности, например, Гражулису, и сообщаю, что то же самое выслал Бакасу и Урбшису. Миндагосу Пуйдокасу я ничего не писал, потому что я обращался к нему во время его президентской кампании и не получил никакого ответа. От этих людей я тоже никакого ответа не получил. Поэтому я предлагаю не голосовать за Петроса Гражулиса, Повилоса Урбшиса, Витотаса Бакаса, независимо от того, пойдут ли они списком или они будут участвовать в одномандатных округах. Направил я такого же содержания письмо и в два комитета Сейма, а именно в Комитет по национальной безопасности и обороне и в Комитет по гражданским правам. Обращение мое было такое. Уважаемые члены Комитета национальной безопасности и обороны Дайнюс Гайжаускас, а члены Вергилиус Алекна, Арунас Гумляускас, Йонас Ярутис, Гедиминас Киркилас, Михал Мацкевич, Довиля Шакаленя, Аудрис Симас. А к членам консервативной партии в этом комитете и литовских христианских демократов я не обращался и им не высылал. Я написал приблизительно то же самое, только об антиконституционной деятельности секретных служб, предъявил свои материалы, но предложил им только реагировать. Опять же, никакого ответа я не получил. Поэтому за этих перечисленных людей предлагаю не голосовать никогда ни в списке, ни в одномандатных округах. Отдельно скажу о Довиле Шакалене из уже упомянутого Комитета национальной безопасности и обороны. Если взять ее программу, она идет в одномандатном округе, вот она, то ее программа начинается довольно-таки обнадеживающе, а именно, ответственность государства – это уважать, слышать и защищать любого человека. Начинается так. Чувство несправедливости, когда тебя «забраковывают», это в кавычках, из-за возраста, из-за пола, по состоянию здоровья или просто потому, что ты «не свой», в кавычках, это причиняет боль и демотивирует. Государство может и должно обеспечить, чтобы каждый человек оценивался бы по своим способностям и знаниям, каждому человеку были бы равнодоступны все услуги и информация. Только-то и всего, а кем они не предоставляются, равные услуги и информация? Этой женщине, Довиле Шакалене, от меня же было конкретное сообщение о том, кто нарушает самым главным образом права человека и от кого все зависит, то есть секретные службы. Если вы боитесь, трусите браться за самую серьезную проблему, то не надо слишком на многое и претендовать. Социал-демократическая партия всегда была идеологическая, то есть ориентирована морально. Направил я также такое же точно письмо и в Комитет по защите прав человека. Председатель там Валериус Симулик, который, в принципе, уже не помню какую каденцию, находится в Сейме и этим занимается, а члены это Леонард Талмонд, Миндагос Пуйдокас, Кестутис Смирновас, Гедиминас Василяускас. От них тоже никакого ответа не поступило, поэтому и за них я предлагаю не голосовать. Про другие партии можно сказать следующее. Первым номером в голосовании по списку идет партия Драсос Кялес, «Путь смелости». Эта партия, можно сказать, Неренги Венскене,
хотя она в ней не участвует. Вряд ли лично я буду голосовать за эту партию, потому что в ней идет первым номером Йонас Варкала, далее Витутас Антанас Матулявичус. К ним обоим я несколько лет назад обращался и с предложением услуг, и с просьбой о защите. Ничего они мне не ответили. Мало того, в этом списке под номером 38 идет Эдвардас Кувикас. Кувикас. Это агент литовской полиции или госбезопасности, исполняющий роль члена Ассоциации по защите прав человека в Каунасе. Вот этот человек идет в данном списке. Провокатор. Однако в программе этой партии есть весьма ценное положение, а именно укреплять демократический строй в стране, власть и ее институции должны служить людям. Но это более-менее общее положение, однако и есть конкретное. Мы обязуемся переустроить суды и изменить систему отбора и оценки судей и прокуроров. Вот эта партия, Drossos Kelias, это единственная партия, в которой есть такое очень ценное положение. Поэтому тех, кто желает голосовать за что-то толковое, им я рекомендую эту партию. Но только надо помнить, кто является в ней Эдвардас Кувикас. А что касается партии крестьян и зеленых, то в ней, во-первых, первым идет Саулис Сквернялис. Это высокий полицейский чин, покрывавший преступления полиции и руководивший отъемом девочки Деймантик и Дитя от Неринги Винскене, ее тети, опекунши. Это была преступная, хорошо разработанная полицейская акция в 2012 году. Вот он был одним из тех, кто ею руководил. И кроме того, в списке крестьян и зеленых, Летувос Вальстечу и Ржалюю Сайнга, имеется провокатор полиции или госбезопасности Римонте Шалашевичуте. Идет под номером 60-м. Про нее у меня тоже имеется видео. Так и называется «Агент Римонте Шалашевичуте». Имеется видео «Агент Эдвардас Кувикас» и еще в Дарбо партии, партии труда, агент-провокатор, это Валентинас Букаускас, идет под вторым номером. Про него у меня тоже имеется фильм «Агент Валентинас Букаускас». Итак, в фильме имеются «Агент Валентинас Букаускас», «Агент Римонте Шалашевичуте», «Агент Эдвардас Кувикас». Про других имеется в уже упомянутой книге. Вот на этом я бы и хотел закончить.